Позвольте вас поздравить. Это прекрасная желтая карточка. Я надеюсь, что красную карточку вам покажут весной. Поздравляю. Вас оценили по заслугам. Вашу работу и работу Российской Федерации. Что я могу вам сказать, господин Слуцкий? Это желтая карточка. Весной вы можете ей получить красную, если не исправитесь. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. И этими выводами вы сохраните жизнь украинцев. А может быть и россиян, которые сейчас находятся на территории Украины. Незаконно. Я думаю, что нам не стоит здесь беседовать с представителями.